Бессмертный полк пройдет по улицам Новосибирска 9 мая. Колонна двинется по Октябрьской магистрали от здания бизнес-центра «Капитал» в 10:45 после завершения военного парада. Сегодня организаторы напомнили о правилах безопасности во время шествия. Мы уже не первый год говорим о том, чтобы люди отказались от стеклянных рамок, потому что, когда собирается действительно более 200 тысяч человек в колонии, это может просто быть небезопасно. Поэтому еще раз напоминаем, что фотография вашего солдата может быть выполнена в любой форме. Вы можете воспользоваться рекомендациями на сайте мойполк.ру. Одна колонна пройдет по Красному проспекту, еще одна по Морскому проспекту в Академгородке. Там сбор участников в 10 часов утра у здания по адресу улица Терешковой, 30. Организаторы напоминают, фотографии солдат войны для бессмертного полка могут быть оформлены как угодно. Еще одна масштабная акция. 8 мая стартует автопробег по районам Новосибирской области. Его участники рассчитывают доехать до каждого ветерана, а в нашем регионе более 200 человек, и поздравить с праздником. Есть возможность, мы вот еще пользуемся возможностью, чтобы увидеть, поздравить и почествовать, сказать спасибо пребывающим ныне с нами еще ветеранам. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал, ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!